Приветствую, друзья, канала Фишинг. Еще одна посылочка от компании Фишер. В общем, друзья, когда вы начинаете общение с этими позитивными людьми, которые молодая семья, молодая компания, которые сами шьют, сами вкладывают душу, вкладывают любовь в эту продукцию, невозможно у них что-то не приобрести. В общем, я с удовольствием приобрел то, что я вам сейчас и покажу, друзья. Ну, будет мини-обзорчик такой, сразу же распаковка, мини-обзорчик. Значит, начнем с сумки для сумки котяры. Мой побежал куда-то. Вот вечно мне не нравится, что я что-то тут снимаю, не обращаю на него внимания. Короче, сумка для бусбарщиков. Смотрите, друзья, вот такая вот тема. Ну, по обзору я даже не знаю, что говорить. Просто покажу вам. В принципе, фурнитура, я смотрю, как и была, так и осталась на высшем уровне. Материал тоже 600D, насколько я понимаю, все по кругу прошито, чтобы не затиралось. Кстати, материал, я уже попользовал ведра, которые я брал в прошлой распаковке, вы видели. Без проблем, вообще даже не стирал, просто водичкой смыл, все, ведро как новое. Очень классный материал использую. Так, и смотрите сюда вовнутрь. В общем, отделение для бусбара. Поместится даже с сигнализаторами. Здесь на липучках крепится. Можно даже, я так думаю, что два без проблем сюда влезет. Есть такая перегородочка. И отделение, много отделений для всевозможных мелочей. Вот. Там маркера всевозможные можно ложить, там, не знаю, ну что угодно. Сейчас посчитаю, даже раз, два, три, четыре отделения для мелочей. Вот так это все выглядит. Стоечки даже поместятся, 50 сантиметров, по-моему, ширина сумочки, если я не ошибаюсь. Ссылочку, друзья, я дам пока что на магазин в Фейсбуке, на платформе Facebook, пока сайт у этих замечательных людей в разработке. Так, вот такая вот сумочка для бусбаров. И далее, друзья, нужная вещь, давно искал такую. Это тубус для спомбов. Для спомбов, для ракет, все-таки хоть спомб считается как расходник, особенно у спортсменов, но тем не менее при транспортировке его повредить не очень приятно. Поэтому вот такой тубус. Этот тубус подходит для больших спомбов. Не помню, к сожалению, размер его. Но есть у них в наличии тубус для средних спомбов и маленьких. Соответственно, ну, я с перспективой на будущее взял сразу для больших. Вот. Замечательный тубус. Классная, удобная ручка. Вот такой вот небольшой обзорчик. Небольшая посылочка на этом, друзья. Все, кто уже сталкивался с продукцией Фишер, пишите в комментариях свое мнение. Подписывайтесь на канал Фишинг, комментируйте. До встречи на рыбалках, до встречи на канале Фишинг. Пока.